Старинные рукописи казахских ханов, чеканные монеты, керамика и тайказан. Уникальные артефакты можно увидеть в Семее. В город прибыла необычная выставка из Туркестанского историко-культурного музея-заповедника Азре-Султан. Всего представлены более 250 экспонатов. Это памятники каменного и бронзового веков, светильники, ювелирные украшения, посуда и кинжалы, найденные во время археологических раскопок. В этом году Туркестан объявлен культурной столицей тюркского мира. Поэтому в рамках знаменательного события музей Азре-Султан планирует посетить с выставкой несколько регионов страны. Выставка состоит из трех разделов. Если одна посвящена наследию хаджа Ахмеда Ясави, то другая – историческим личностям, захороненным в Туркестане. Это известные казахские ханы. Цель выставки – рассказать об этом старинном городе и, конечно же, расширить культурные связи между музеями.